Привет, привет, моя дорогая, прибежала готовить мне, как всегда. Да нет, у меня есть что-то, я вот захотела просто бпшки. Бпшечка. О, с бульончиком. Салатик на первое. А на второе, ну не знаю, все съем или понадкусываю. Я купила два эклерчика, так захотелось. Так захотелось. Давайте сначала так. У меня тут еще кусочек колбаски. Если я сразу все съем, последнее. Сморозцу это самое то. Да, в принципе, можно и салат ложкой пока есть, да, если захочется. Потом уж перейти. После такого-то морозца горяченького там. Сам Бог велел. И главное, не такой мороз, как ветер. Иду я по полю, да, а ветер не в харю. Что-то быстро колбаска-то проглатывается. Мои покупки сегодня эклеры и на проезд. И бутылка минералки. Сейчас как пожрю. Вермишель. Я палочки приготовила, но я не знаю. Тут салат. А еще чай заварила, вот здесь стоит. Не знаю даже. Продолжим. Вот, ну что, салат тыкать палочками, да? Вермишель тыкать палочками. Ладно. А бульон прям с удовольствием. Зато мне эту не надо мыть тарелку лишнюю. Вот.
Я раньше вообще не ела бородинский хлеб. О, тут голодный. А сейчас мне так нравится. И он еще долго хранится. Наш купишь сормовский. 2 дня и все. Отлично, Наташа. Поменяем местами теперь. Да, ну, честно говорить, не хочется. Даже не знаю. Наверное, одной пирожник это влезет. Пожалуй. А салатик на завтра останется. Чувствую, насыщаюсь. Все. Конечно, что тут вот? Но у меня еще пироженка. И чай. И все очень вкусно. Не знаю, что там внутри. Ну, вкусно.
Очень вкусно. И недорого. 35 рублей штучка. Ну, раньше было 22 копейки. Вернее, было 22 копейки любое пирожное. Я любила эклеры. Трубочки. Вот все больше. А корзиночки не любила, когда там внутри марципан. Как был вкус. Я не знаю даже. Нет, все, это на завтра. Я всех обняла. Пока чмоки-чмоки ваши.